Всем привет! С вами снова я, Ваниш. Сегодня я хочу сделать обзор на снайперскую винтовку Альпина. Находится эта пушка в разделе «Раритет». Совместимый модуль ствол, цевьё, прицел. Вот. В принципе, это пушка с затвором, ну, болтовка. Характеристики таковы: урон 320, дальность 70, темп стрельбы 39, точность режим прицельный 104, точность при стрельбе с бедра 45, емкость магазина 5, покупается за 7700 варбаксов. Ну, я играю на ТК2, потому что если играть с ней на паблике, то ну, там куча донатов и антихедов. Ну вот, да, видите, она ваншотит. Ну, она ваншотит примерно 80%. Да. Ну, это не простая пушка, это для скиллованных, можно сказать. Потому что к ней надо привыкать, и после того, как привыкнете, здесь только можно нормально играть. Вот, я пока что поставлю на паузу. Ну, я буду ставить на паузу, когда будет, когда я умру, потому что вам будет неинтересно смотреть. Ну вот, я ставлю сошки для сапшка готовки, потому что мне нету амортизирующих сошек. Ну, в принципе, различие тут небольшое, хотя уменьшает увод ствола вот амортизирующие сошки. Так, ну, я гаситель для снайперской винтовки, в принципе, можно ставить. Ну, если он у вас открыт, хотя его открыть легко. На прицел все, что вам удобно, ставьте. Я ставлю четырехкратник, ну, иногда можно ставить пятикратник. Граната. Так, у нас один медик. Ну, опять же, это на любителя, да, пушка. Ну, с нее нагибать не получится, хотя если вы скиллованы, то может быть получится. Если вы не играете против антихедов. Вот. В принципе, на дальних расстояниях она. Ой-ой. Лагает. В принципе, это моя самая любимая снайперская винтовка. Ну вот, видите, да, какой скиллованный. Сразу, может, наверное, даже без прицеля, хотя прицелился, сразу убил. Такие вот скиллы в Warface существуют. Ну, я не очень играю, поэтому я и нублю. Ну, что еще сказать? Это поставлю пока что на паузу. Еще хотелось бы дополнить то, что Альпина — это оружие, произведимое в Австрии компанией Unique Alpine Age TPG. Один модульная снайперская винтовка с продольно скользящим поворотным затвором. Да, то есть стреляет она не как Сика, по одному выстрелу. Вот, смотрите. Сейчас. Вот, видели, да? Вот. Перезарядился. Ну, в принципе, 5 патрон иногда даже не хватает, но если вы уж любитель болтовок, то покупайте чей-то, как хотел покупать мой друг за 1200. Ну, ладно. Это уже совсем другая история. Ну, играю как нук с Альпиной, потому что 2 на 3 иду. Хотя вот слепанули. Сейчас посмотрим, может, я убью еще кого-нибудь. Ну вот, скиллованный человек. Так, вот, видели, заметили там, ух ты, скосил. Да ё, ну что такое? 2 на 5. Ну, блю очень сильно, ну ладно.
Пина это, наверное, наверное, самая лучшая снайперская винтовка за варбаксы. Но Tower Star на углу скорострельный, поэтому... Ах. И сейчас мы послушаем мнение от нашего человечка, друга. Давай, говори свое мнение. Продолжай. Да. Также вот хотел показать прострел с единички, вот на вышке встаем на двоечку, да? Вот такой прострел зашибательский. В общем, это лучшие заварбаксы. А, ну, снайперская винтовка, а за кредиты, ну, за донат, это чуть так. Ну, не считай как бы всяких АС-50, винторезы, вот это всякой херни. Ну вот. Так. Еще АВМ, в принципе, может быть, но она часто не ваншотит. Вот то, что у нее урон меньше, чем у Альпины, на целых 20 пунктов. Это много. И с глушителем, тем более, она еще больше не ваншотит. Так что мой выбор это Альпина. Тем более на АВМ, если вы не везунчик, то вам потребуется там дохренище варбаксов, чтобы ее выбить. А это много. А на 7 ну, я как скиллованный. Играю как. Так. Блин, не попал. Ну ладно. Так. Ясно, понятно. Ну вот опять он сливает, как бы. Реакция какая-то у него непонятная. Видимо, настолько игрался Warface, что прямо ужас какой-то. Ну ладно, всем пока. Счастливо.